Задержан за любовь к экстриму. Житель России пытался незаконно перейти границу ради посещения украинского города Припять. Задержание произошло в Наравлянском районе на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. 25-летний житель Хабаровского края пояснил, что следовал за острыми ощущениями. Как отметили в Государственном погранкомитете, при себе у него были два телефона, компас, палатка, спальный коврик, теплые вещи и продукты. За попытку незаконного пересечения границы и нарушения погранрежима молодой человек будет депортирован из страны с запретом въезда в Беларусь сроком на 2 года.